Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас будут очень интересные покупочки в Wildberries и Озон. Итак, поехали. Масочки вот такие с Wildberries. Это, они называются, девчонки, маска мгновенного действия, 8 секунд. Я видела с розовым и с бирюзовым вот такие вот пачки. Заказала 5 штук на пробу. Масил. Девочки хвалили. Сказали, что лучше, чем филлер Ладор, потому что он меня тоже не впечатлил. Вот сейчас пойду в душ, буду пробовать и расскажу вам. 5 штук, 155 рублей взяла на Wildberries. А, там есть и большие бутылки. Лидочка, ставьте отзыв, ей будет очень приятно. Я не могу. Вот, попробую, в общем, потом расскажу. Знаете, очень неплохо. Мне понравилось. Волосы высохли естественным путем. Если бы я их еще уложила феном, вообще было бы гладкое полотно. По мне, да, это лучше, чем филлер и ладор. Волосики прям гладенькие, они разглаживались уже сразу в процессе нанесения. Их тоже с водой один к одному надо смешивать. Я сначала такая распечатала, забыла. Вот. Гладенькие, все отлично, все супер. Даже не расчесывала еще, они просто вот высохли и все. Прикорневой объем вроде есть. Все здорово. Очень хорошо сглаживает прям сухие кончики. Все в этом плане отлично, понравилось. Масочкам зачет. Надо посмотреть, поискать, где большие бутылочки подешевле продаются. Wildberries и Озон. Wildberries сейчас распечатаю, покажу кисти, девчонки, за 150 рублей. Сколько их там? 8 штук. Редко такие цены бывают, но иногда не бывают. Их потом сразу на складе не было, кто не успел. Тот опоздал. Я такие вещи стараюсь сразу девчонкам в Телеграм быстро скидывать. Иногда успевают. Взяла играться, потому что мои кисти Фаберлик у меня крестырит. Играться, ну, какие-то себе, посмотрю по качеству. Они велюровые мешочки, все очень солидно, за 150 рублей 8 штук. Салфетки влажные, кстати, очень нравятся. И уже беру второй раз, тоже рублей за 150, 3 штуки. А по 60 штук, вот такие. Без твердого, правда, клапана, но я прощаю, потому что они действительно классненькие. Мы уже на улице распечатали, нам нужна была салфеточка. О, кстати, вот распечатанная есть. У них безумно вкусный аромат. Несмотря на то, что они детские, одушка очень яркая. С алоэ вера, витамином Е. Они очень мягкие. Они очень мягкие. Так с виду обычные, но вот тактильно они очень мягкие, они большие. Большие, прям такие большие-большие. Вот. Так, дальше. Озон. Взяла вот такие вот капли для глаз впервые, систеину ультра, потому что у меня теперь есть линзы, и вообще я люблю. У меня раньше визин в любимчиках был, закончился, решила попробовать вот эти, взяла маленькие по отзывам, вы знаете, прям на улице взяла, закапала, потому что мне интересно было посмотреть на результат, хорошо. Хорошо снимают красноту, освежают, увлажняют, как бы все здорово, все классно, потом что еще в пустышках расскажу. Так, и впервые взяла вот такую вот бумагу туалетную, где название? Кикс, наверное. Здесь 12 рулонов, девчонки, 203 или 206 рублей. А, трехслойная. И девочки писали в отзывах. Сейчас мы с вами откроем на Озон, что ничем не хуже Зева. Сейчас посмотрим, покажу вам. 203 или 206 рублей за 12 рулонов. Это ничем не хуже, я уже вижу. Ничем абсолютно не хуже, чем трехслойная Зева. Ничем. Слушайте, нормальная обычная бумага. Хорошая. Достаточно такая плотная. Все отличненько. Вообще супер. Классно. Капнула капли на улице, пришла домой, посмотрела. Да, действительно, они выбеливают белок. Вот видите, какой чистенький, красивый. То есть воспаление снимают, сухость снимают. Все отлично. Мне понравились. Мне кажется, даже лучше, чем визин. Мне кажется, визин вообще испортился. Вот так они выглядят. Поближе вам показываю. Такой обычный пластиковый корпус. Вот такая вот щетинка. Набитый нормально. Ничего такого критичного. Их очень много. Одна кисть, кстати, отличается ворсом. Вот такая. Похож на фаберликовскую. Набиты хорошо, нормально. Слушай, за 150 рублей вообще сказка. Просто. Синтетика, конечно, понятное дело. Но так побаловаться. Их много. Маленьких много. Вот мне маленьких не хватало. Пока в них играет Скрис. Потом я у нее несколько штучек все равно отожму. Мне хочется. Вот для нанесения теней. Классненький. И мешочек прям такой симпатичный. Они, кстати, вам камера почему-то передает их другого оттенка. Наверное, из-за дивана. Вот. Они вот такие сиреневые. Представьте восприятие, какое у камеры. Вот. Вот это их цвет. Покупочки Wildberries Озон. Так, давайте с Озона начнем. Это Доместос. Блоки для унитаза. Они в такой степени что-то пришли. Вообще капец. Смотрите, грязный. Но вроде целостность не нарушена. Сейчас распечатаю. Это, кстати, самые классные блоки, из которых я пробовала. Тоже опять по совету Лианы. И здесь 3 штуки. И когда цена более-менее, я их беру. Она говорила, что у нее не образовывается так налет после них.
Доместос, они разные бывают тоже. Розовые первый раз беру, до этого у меня, по-моему, с лавандой были. И я отметила, у меня и так как бы не образовывается, хотя у меня жутко жесткая вода. Но я заметила, знаете, что самые долгоиграющие. То есть по сравнению с Brave и другими, вот последний раз я вам показывала, брала аналог Brave, вот этих хватает на подольше. На подольше, причем в два раза. Поэтому решила в этот раз взять их, цена была адекватная, поэтому взяла. Так, теперь Wildberries. Взяла вот такую точилку. Она у нас уже есть, абсолютно такая же. Но я ее сворочила. Я ее сворочила, она что-то крутила, не точила. Женька сделала ее, но я уже заказала другую, потому что одну Ксюха берет в школу. Хорошо, кстати, запаковано. Одну Ксюха берет в школу, а вторая пусть будет дома. Сейчас откроем. Точилки очень крутые. Сейчас они вообще, я брала за 200 с чем-то, сейчас они по 160, что ли, рублей. Я артикулы все оставлю на цене, как всегда. Ой, как хорошо упаковано. Смотрите, не помню, как было в прошлый раз, но в этот раз все отлично. Вот, разломала. В общем, вставляем карандаш. Самые лучшие точилки, девчонки, вот у кого дети, школьники, обратите внимание. Это контейнер. Тут, кстати, какая-то штучка торчит. Это контейнер большой, огромный, просто для сточного материала. Вставляем карандаш и вот так вот эту ручку вращаем. И карандашки точатся. Точатся идеально остро. Тоненький грифель. Все вообще великолепно. Я даже в таком же цвете взяла. Один в один такую же. Потому что нареканий никаких нет. Я ее сворочила сама. Вот. Не знаю, каким образом. И очень интересная покупка с Wildberries. Я распаковала. На пункте выдачи проверила. Это кухонный гаджет такой. Щетка с дозатором для посуды. Мне не столько нужен дозатор. Нашла самую дешевую. 233 рубля, по-моему, она была. Многие продавцы продают. У этого не было отзывов по покупке, кстати. Но она такая же, поэтому смысл переплачивать. Не столько из-за дозатора взяла, потому что у меня великолепный на кухне дозатор, сколько из-за вот этих вот насадочек сменных. Я не ожидала, что их здесь будет столько много. Смотрите. Сейчас достанем. Я на пункте выдачи проверила, вроде жмакнула. Все отлично. Вот такая сюда, наверное, вставляется вот эта штука. А, вот так. Получается, жесткой стороной мыть. Жалко, что нельзя мягкой стороной мыть. Вторая сменная. По типу ёршика, что мы с вами недавно обозревали. Вот она такая щетка с ручкой. Мыть посуду. Сюда заливается средство. Сейчас попробуем, откроем. И здесь есть щетка. Но такая достаточно жесткая, скажем так, щеточка. Она снимается, и вместо нее можно надеть губки. Кнопка по типу тоже вот как на ёршике я вам показывала. То есть это не кнопка, это просто вот немножко надавил, и оно откуда-то потечет. Здесь дырочка в самой щетке, и вот такая штучка сделана. В общем, интересная штука. Увидела где-то у китайцев и решила попробовать заказать. Лаконичный дизайн. Попробовала. Вот так открывается дырочка. Сюда наливаем средство. Ой, девчонок там висели. И очень легко меняются насадки. Вот так. Я не знаю, как, конечно, там эти губки прикреплять. Сейчас посмотрю. Ой, девочки, дошло. Она на липучке. Смотрите, она на липучке прилипает к вот этой вот белой стороне. Получается, мы вот так... Ой, уже прилипла. Берем. Попадаем дырочкой вот сюда. Вот так, одной рукой неудобно. Все, она прилипла, она на липучке. Прикольно. Сейчас попробуем что-нибудь помыть. Налила сюда средство Ума, оно прозрачное, для посуды. Давайте попробуем. Нам надо намочить ее с вами, я так думаю, у меня тут контейнер вот стоит. Так, откуда у нас с вами потечет средство? Течет оно вообще? А, вон капает, видите, да? Или это вода? Что-то капает. Многие писали, я смотрела про эти щетки, отзывы везде читала, что ими хорошо мыть ванну и всякие такие вот штуки. Мне одной рукой не очень удобно. Вытекло средство или нет, я не пойму, не пень. А, вытекло, вот щетка, она такая поблескивает в пене, вот, если раковину чистить. Ну, то есть без контакта с водой руками, да? Давай, выдавливайся, я хочу посмотреть, откуда ты выдавливаешься, где ты течешь вообще, ты выдавливаешься или нет. Не могу понять, давайте рукой потрогаю. Есть здесь мыло, пенится она или нет? Все, пошло с 10-го раза. Все, вот тут вот посерединочке оно вытекает. И вот таким вот образом, щеткой тоже без рук, можно мыть. Травничить. Можно сюда не обязательно средства для мытья посуды заливать, да? А можно и чистящее. Ну, так вроде неплохо, слушайте. Все нормально, отлично. Что-то у меня камера тормозит. Все здорово. Буду пробовать ей мыть, потом расскажу. Может, напишу про этот гаджет
остов в дзене. А так прикольно. Сковородки там вот так чистить, кастрюльки. Ну, интересная задумочка. И повесить, кстати. Вот, допустим, можно будет. Раз. Раз. И повесил. И висит. Пробовала, девчонки. Думала, уже дозатор никчемный. С губкой. Нет, все нормально. Надо щетки посмотреть. Может, тоже. А, нет, тут дырочка есть, все хорошо. Надо вот эту штучку вытащить из губки, из самой, которая в середине была, да, пимпочка. У нас получается дырочка. И подается средство. Губка хорошо пенится. Вот, видите, пена. И погнали мыть посуду. Слушай, так удобно, так классно. И погнали. И плиту можно помыть руками, ничего не касаясь. Ручки свои бережем. Я вошла во вкус, короче, погнала панели помыть. Все дела. Очень удобно, девочки, очень удобно. Мне кажется, такую губочку одну можно израсходовать. Надо посмотреть, кстати, как они стираться будут. На деликатной стирке в мешочке. Для бюстгальтеров попробовать. Можно налить какое-то агрессивное средство и почистить, допустим, швы между плиткой, да, вот так. Можно вот что-то такое. Вообще здорово, мне очень нравится задумка. Очень удобно. Вот так все хоп-хоп, до блеска натер. Красота. Супер, смотрите, как удобно. Мне понравилось. Даже не столько дозатор, меня дозатор мой устраивает. Я вот так нажму, и у меня на губке тоже будет средство. Но вот если агрессивными средствами где-то работать, что-то хочется почистить, вообще вещь. Классно. Ну а на этом видео буду заканчивать. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Ссылки и артикулы на все товары на Дзене под видео в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока.